Друзья, начинаю сразу же в этот день влог второй, уже вечер, монтирую для вас этот вложик, вот, завтра он выйдет, а я начинаю этот, потому что Санек сейчас идет, Санек завтра уезжает уже, он только летом там приедет на пару дней и все, вот, а так, если чё, к нему съездим, да, поэтому сейчас вот домонтирую и поедем хавать плохую еду, не полезную. Короче, последнее интервью с Саньком. Сань, куда едешь? Ну, еду я в Финляндию, пацаны, уезжаю в город Хельсинки. Этот видос уже когда выйдет, я, наверное, уже буду там. Да, конечно. Ну, да, я уже сегодня там, какой да. день? Сегодня... На монтаже подмонтируешь. Сегодня среда, я бро. Я уже неделю уехал, бро. Я уже неделю там, типа. А во сколько ты сегодня уезжаешь? На самом деле, в 12 примерно или в 12:30 я выезжаю на машине. Ночью, да? Да, я выезжаю на машине с Нарвы, с нашего города, еду в Таллин, это у нас столица Эстонии. Там оставляю машину, меня довозит друг до парома, и на пароме я уже в 7 утра еду, точнее, плыву до Хельсинки, и в 9:30 я буду в Хельсинки. У меня сразу интервью, знаешь, где будет? Где? Короче, мне позвонили и сказали, если ты хочешь устроиться электриком, я как бы закончил на электрике, ну, блин, конечно, шарю я такое, но будем пробовать. И там примерно 400 метров сразу после порта находятся, короче, две стройки, на которых нужны электрики. А-а-а. Вот я туда сразу с чемоданами пойду, такой, ребята, типа, можно мне на работу? Круто будет, если возьмут. Это вообще прикольно, это в центре в самом работаешь. То есть будешь электриком работать, да, получается? Ну, постараюсь работать электриком, хотя бы, чтобы были деньги на снимать квартиру. Ладно, еще вопрос. Надолго едешь, навсегда или как? Да, вообще навсегда. Навсегда едешь? Естественно, я буду приезжать, нам же надо как-то YouTube развивать, все дела, надо что-то снимать, годный контент. Поэтому, наверное, раз в месяц, раз-два месяца я буду приезжать. Не знаю, насколько, может, на 3-4 дня. Наснимаем наперед контента. И будешь выставлять пока. А какова причина, на самом деле, почему ты уезжаешь? Армия. Ну да, как бы, ребята, есть несколько причин. Во-первых, то, что денег намного больше зарабатываешь. Я уже привык за границей, конечно. И плюсом, да, естественно, я не хочу идти в армию, потому что я по-эстонски. Вы все время нас спрашиваете, говорите ли вы по-эстонски. Я ничего не знаю. Я честно клянусь, я учился 9 лет. Я хер знаю. Я вот знаю только здравствуйте, доброе утро, клубника и лук еще. Клубника. То есть, в принципе, да, я могу типа поздороваться в магазине и купить лук из клубники. Все. Огонь вообще. Поэтому в армейку мы не пойдем, будем гаситься. Ну, короче, классно. Получается, что раз в два месяца, да, где будешь приезжать? Ну, примерно так, да. Но видишь, я, короче, хочу подкопить, купить машину свою нормально, тогда можно будет почаще прилетать, и будет вообще топ. И куда он ездит, бля? Охренел. Чепушило. Правила не учил. Да, мы справа вообще-то. Он должен был нас пропустить. Вообще пофиг. Ну все, интервью закончено, чтобы вы не задали. Самое годное ты не спросил. Чего? Буду ли я типа снимать и качаться? А ты будешь снимать и качаться? Конечно, снимать и качаться буду продолжать. А ты будешь огромным? Ну я постараюсь. Я думаю, до размера Игорька кофтун может дойти. Нифига себе, парень загнул. Вообще пипец, да? Наполеоновский план. Ну, короче, будешь королем, короче, да? К лету я приеду, и вы посмотрите, что получится. Быть чарой будет. Ну, не будем давай опять ногами говорить, потому что я в прошлый раз пообещал, я подсушусь, в итоге я забил. Да-да-да. Я хрен на это забил, ребята, я что-то не стал сушиться, но сейчас постараемся. Ну все, короче, если что, вопросы будут, я вам видос этот кидать буду с интервью, и типа вот. Все, мы приехали уже вот сюда. Шаверму. Они мне за рекламу не платили, но мы похавать сюда приехали. Просто классно. Да, но я только сейчас гречки похавал, и Саня такой, гул, шаверму хавать. Шаверма, сейчас попробуем. Короче, как думаете, смогу ли я оформить вот это после гречки и курицы? Блин, это довольно-таки много. Хотя это маленькая шавуха, а большая в два раза больше, приколитесь, это жесть. Я, короче, еще первую дольку не успел схавать. Саня уже оформил две штуки. Опыт, пацаны. Капец, он жрет быстро. Еще и много. Ага. Все, Санек, ребят, угоняет. Давай, Сань. Давай, все, обнял. Давай, бро. Увидимся. Увидимся через... Ну, где-то месяц, два полтора, месяца, полтора да. Вот так вот, да. Ладно. Да будет четко. Подписывайтесь на Санька, месяц. Смотрите, где он там будет, че. Ты почаще в инсту выставляй всякие там. Да и в инсту сторис буду выставлять, и такое. Плюсом в этом будет тоже в Ютубе, я уже все вот зарядил. Огонь. Даже моя поездка туда будет в видосе, я постараюсь смонтировать его уже завтра. Я завтра приеду и вечером постараюсь смонтировать его уже. Все, огонь, значит, ссылочку оставлю в описании на его канал. Подписывайтесь, смотрите. Не пока скучай. Всем. Не скучай.